Лужков продал столицу и сбежал он за границу. Его тоже так охраняли ОМОНы. Да. В российском доме беспредел. Малыш наш за границу улетел. Ему ведь визы не давали. Его за доллары на органы продали. Кому нужна война в стране? Она не нужна ни мне и ни тебе. Она нужна людям, сидящим в Кремле. Вы, преступники в Кремле, что же вы натворили? Развалили всю страну, по миру народ пустили. Вот гражданская война много бед наделала. Развалила всю страну, нищими нас сделала. Все идет с аукциона. Земли, шахты, рудники, все воры, миллионеры, работяги, бедняки. Как получишь ваучер, береги его, ведь он с мордой чубайся цвета одного. Сегодняшний митинг, это с вами сочно.